раз в год лучшие музеи мира открывают свои двери для самых пытливых посетителей. Россия не исключение. Международная акция «Ночь музеев» в нашей стране проходит уже в 11-й раз. Музеи республики тоже не остались в стороне. Новочебоксарский историко-художественный музей подготовил увлекательное путешествие для детей и взрослых. Детям особенно пришлось по вкусу знакомство с техникой алмазной живописи и оригами. Для взрослых музейщики подготовили уникальную выставку, в которой воссоздали быт наших предков. Интересную этнографическую экспозицию привезли соседи, сотрудники музея из Мариэл. У марийского народа есть несколько видов таких инструментов. Это называется пуч, по-русски труба. Данная труба, это называется праздничная. Праздничная труба применяется, вот, когда зазывается народ на праздник, приглашаются гости. Интерес к истории, к культуре, к своим корням с годами не исчезает. Для нашего города очень характерно участие в различных проектах. Здесь столько любознательной молодежи. Вот тот наплыв, который вы видите, ну уж до 22 часов, конечно же, он будет. А в Чувашском национальном музее, помимо традиционных выставок, посетителей ожидала квест-игра «От мира четырех стихий» – огня, воды, земли и воздуха. Для любителей творить собственными руками провели мастер-классы по изготовлению цветов и свистулек из глины. Кульминацией праздника просвещения стало дефиле «Эко-мода». Костюмы создавали из подручного материала. Масштабная акция «Ночь в музее» с каждым годом привлекает все больше людей, а это значит, что музейным экспонатам не грозит забвение. Татьяна Филатова, Дина Кустова, Андрей Шоклев, Республика.